Всем привет, ребята! Вы на канале Юрика Кискиви. Сегодня я буду снимать рубрику «Вопрос-ответ». Поехали! Все эти вопросы мне задала девочка с канала Fashion Girl. Сейчас я на них быстро отвечу. Вопрос под номером 1. Почему ты начала снимать видео на YouTube? Мне показалось это интересным занятием и любопытным, как ко мне будут относиться другие пользователи YouTube. На меня, будут ли на меня подписываться, ставят мне лайки, вообще смотреть меня. Ну и на моем канале уже 69 подписчиков, спасибо вам большое. Вопрос под номером 2. Как твои родители относятся к съемке видео? Они относятся хорошо, когда я снимаю, смотрят, ну, сколько у меня подписчиков, сколько лайков поставили под этим видео, сколько просмотров оно набрало. Ну, положительно относятся. Третий вопрос. Перечисли своих любимых блогеров. Видеоблогеров, скажи, почему они тебе нравятся? Самый мой любимый видеоблогер — это Саша Спилберг. Всех остальных блогеров я смотрю со своей младшей сестрой Настей. Там Татьяна Джой, Киндер Той Шоу, Малышка Кира, Ника Сильвер, Китс Диана Шоу, Китс Рома Шоу, Мистер Макс, Мисс Катя, МДМ, Вилана Тойс и много еще разных блогеров. Я не могу на одном блогере сосредоточиться, ну, и смотрю всей сестрой, а одного только одна смотрю. Так, четвертое. Ты можешь показать свои старые рисунки? Могу показать старые рисунки, которые я рисовала 7 лет. Первое – это Древняя Греция. Вот такой вот рисунок. Так, и второй – Барин. Ну, это рисовала я 7 лет, так что не судите строго, потому что я их рисовала в 7 лет. Сейчас я гораздо красивее рисую. Так, пятое. Ты смотришь какие-нибудь страшилки? Ну, смотрела пару раз, но я ими не увлекаюсь, я не люблю что-то страшное. Так, и шестой вопрос. В какой школе ты учишься? Я учусь в 23-й школе города Иркутска. Все, все вопросы подошли к концу. Если вам понравилось это видео и моя новая рубрика «Вопрос-ответ», то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вас всех люблю и пока-пока!